Сегодняшняя тема. До сих пор существовало множество отдельных свидетельств того, что заикающиеся люди перестают заикаться, когда остаются в одиночестве. Но экспериментально подтвердить существование этого феномена в лабораторных условиях не удавалось. В основном это связано с тем, что создать условия, в которых участники эксперимента смогли бы полностью быть уверенными в том, что их никто не подслушивает, очень трудно специалист по патологии речи Эрик Джексон, Эрик С. Джексон, и его коллеги из Нью-Йоркского университета, США, статья которых опубликована в Journal of Fluency Disorders, сумели преодолеть эту проблему, правда, для этого им пришлось прибегнуть к обману. В проведенном ими исследовании принимали участие 24 взрослых добровольца с заиканием. Участников просили выполнить пять разных речевых заданий, они читали вслух, разговаривали с экспериментаторами, отвечали на вопросы. В ходе одного из заданий, оно единственное не включало в себя слушателей, каждому из участников нужно было в одиночку решать очень сложные задачи на программирование. Предыдущие эксперименты показали, что, решая эти задачи, люди склонны говорить сами с собой, внутренняя речь. Чтобы поощрить такое поведение, участникам сказали «замечено», что те, кто громко говорит вслух во время выполнения заданий, лучше с ними справляется. Кроме того, людей заверили, что никто их при этом подслушивать не будет, на самом деле, исследователи вели аудиозапись происходящего в помещении. В итоге оказалось, что единственная ситуация, в которой участники совершенно не заикались, это та, в которой они, как им казалось, говорили сами с собой. Взрослые люди не заикаются во время внутренней речи, а значит именно фигура слушателя, реального или воображаемого, играет ключевую роль в том, чтобы человек начал говорить, заикаясь, сделали вывод исследователи. Я думаю, что это доказывает, заикание не только речевая проблема, в основе этого феномена лежит сильный социальный компонент, отметил Джексон. Человек заикается из страха того, что другие люди будут его судить и оценивать, пояснил он. Читайте также, 8 методов лечения из прошлого, от которых холодеет кровь смотрите наше видео. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.